Сегодня я постараюсь выжить 100 дней Minecraft хардкора в космосе, а точнее на Луне, Марсе, Меркурии и Венере, но начинается все с нашей родной планеты Земли, на которой я создам базу, оборудование и саму ракету. Погнали. Создаем наш прекрасный хардкор мир, и вот мой первый день выживания. Я появился в лесу, сразу же нарубил дров. Только хватит. Как же мне повезло, что я заспавнился рядом с океаном. Я сделал верстак, лодку, забрал верстак, сел на лодку и поплыл в океан. И тут я заметил что-то очень странное. Кажись, это источник нефти, который добавляет этот мод. Ну а пока меня больше интересует тот кораблик. Спускаемся. И здесь я нашел очень много железа и изумрудов, а самое главное, карту клада, на поиски которого мы прямо сейчас отправимся. Я был очень много, еще больше, и нашел здесь затонувший портал. Делаем железную кирку, немного дверей. И спускаемся вниз. Вещи были довольно неплохие, самое главное, здесь было золотое яблоко. Значит, штаны тоже были крутые. Еще немного золота, и пора выбираться. Заберем мой верстак. А, нет, не заберем. Но все же заберем. Эх, не судьба. И вот я приплыл на место клада, сделал лопату и начал забивные раскопки. И вот он клад, ура! Что, мой первый алмаз в первый же день? Что? Это очень круто. Забрав все остальное, я отправился на поиски чего-то. Серьезно, еще один корабль. И тут почему-то тоже рядом есть нефть. Ну, я спустился в корабль, и здесь вещи уже были похуже. Но все равно была карта клада. Я отправился на его поиски. Еще немного забивных раскопок, и у меня уже 6 алмазов. Довольно много железа и изумрудов. И вот так прошел мой первый забивной день. Кстати, тут был какой-то океанический монумент, но я туда не спускался, там слишком опасно. И еще один корабль. Бесполезные вещи. И карта клада. Отправимся на его поиски прямо посреди ночи. Как говорится, вижу цель, не вижу преград. Хотя нет, преграды все-таки есть. Мне пришлось спуститься под воду, и здесь не было алмазов. Второй день начинается под красивый рассвет. И уничтожение первого монстра. И все же хватит с меня пиратских приключений. Возвращаемся на землю. Такое чувство, как будто я сюда с Марса прилетел. Тут были овцы, но мы же не живодеры. Сделаем ножницы и аккуратно их постригем. И мне надо много дерева. Очень много дерева. Я рубил. Ну, короче, нарубил очень много дерева. Вот. Пробежал марафон и лег спать. На следующий день я сделал себе железную броню и спустился в свою первую шахту. Тут меня, конечно, встретили, но я им тоже сказал привет. И начал добывать железо. И для создания ракеты мне понадобится очень много стаков железа. И только сейчас я понял, что добыл свой первый камень. Хотя у меня уже есть железная броня и даже алмазы. Это, конечно, классно, но мне надо продолжать копать. Тут произошло нечто, о чем я не мог даже подумать. Хорошо, что подо мной были блоки, а то бы на этом это видео закончилось. Ну, я и продолжил копать. Спустился в более глубокую шахту и подрался с мобами. Даже ведьма присоединилась к ним. Хотя уже уходить отсюда, как вдруг... Алмазы! Алмазы! Нашел алмазы. И поэтому мне пришлось со всеми ними драться. У меня осталось только полсердца. Ведьму я победил. Всех остальных я тоже... Нет, не победил еще. Ну, в общем, дрался с ними. Как минимум. Что делать? И затащил их всех. Даже криперов. Мой драгоценный алмаз, все ради тебя. Маленький зомби, уходи, пожалуйста. Еще алмаз. Нет, крипер. Нет, не взрывай. Нет, мой алмаз. Ну все, это война. Я объявляю войну всем крипиксам. Выходим из этой шахты, наконец-таки, и сбрасываем туда зомби. И вот я нашел просто идеальное место для своей базы и начал ее строительство. Еще убрал всю грязь и заменил ее на деревяшки. И наконец-то пол готов. Еще я решил переплавить все свое добытое железо и сделал из него наковальню. Выкопал свою собственную шахту и сделал 3 коптильни. Продолжил строить свой домик. Здесь можно очень прикольно паркурить. Вроде неплохо получается. Я начал добывать камень, мне понадобится его очень много. И тут я наткнулся на андезит и подумал, почему бы не сделать из него крышу? Ставим кирпичи, деревяшки, стекляшки и начинаем строить крышу. Но пока я строю домик, хочу напомнить, ты там это, на красную кнопку еще не нажал? Ну ладно, ладно, все. Сверху я решил сделать стеклянную крышу, космическая база как-никак. И, конечно, мне одного не хватило. Всегда такое. И вот домик готов. А сейчас я вам проведу рум-тур. Здесь у меня будет все забивное космическое оборудование, а с другой стороны все остальное. Решил себя побаловать алмазненькими вещами и лег спать. Следующий день начался с того, что я добывал обсидиан, рубил много деревьев и даже позвал к себе домой курочек. Сделал стол зачарования, зачаровал свой лук, кирку и... Что здесь делают разбойники? Ну ладно, у меня был тяжелый день, так что, ребята, простите, я пошел спать. Утром я сразу с ними разобрался и показал, кто здесь главный. Ну и наконец-то пришло время готовиться к полету в космос. Начнем с самого простого генератора на угле. И здесь уже возникает вопрос, что за железная пластина? И чтобы ее сделать, нужно всего лишь прессовать железный слиток при помощи молота. Всего лишь. Ну, вроде он крафтится просто.
Так, делаем пластин. Ой, я нечаянно сделал целый стак пластин. Вот это я тут. Крафтим генератор на угле. И теперь, если положить в него уголь, то получается энергия, что в принципе логично. Следующее, что я сделаю, это верстак для ракет. Но тут нужны какие-то стальные блоки. Переплавить пластины не получается, и железо тоже. Поэтому я сделал плавильню, и все переплавляется. И вот она, сталь. Мне нужно ее очень много. Делаем стальной блок и стальные пластины. И создаем верстак для ракет. Начало великого пути. Вау, он смотрится очень даже красиво. И ракету, оказывается, очень сложно сделать. Но я не отчаялся и решил сначала сделать для нее пусковую площадку. Для нее надо очень много пластин, я сделал. И поставлю ее у себя в огороде. У меня в огороде она выглядит очень эпично. Ложусь спать. Сегодня я хочу сделать себе скафандр. Начнем со шлема, потому что он самый легкий. Готово. А вот нагрудник посложнее. Делаем кислородное оборудование, кислородные баллоны. И собираем все это воедино. Вот какой красивенький. Делаем штаны, ботинки. И теперь у меня есть полный костюм космонавта. Смотрится очень великолепно. Я бы даже сказал взрыватель. Для скафандра нужен воздух, поэтому сделаем кислородный компрессор. Кто вообще придумал все эти названия? Ну ладно. Делаем винт, кислородные баллоны, громоотвод и собираем все это вместе. Ставим. Так, и что-то я не понял, почему оно не работает. Куда уголь ставить? А, надо было уже на генератор поставить. Вот, теперь есть энергия. Ставим сюда воду и... А где воздух? 50. Чё? Чё так мало? Да уж, это займет кучу времени, и наконец-то готово. Я получаю перевернутое ведро с воздухом. Берем мой костюм и... Я совсем не понимал, как соединить костюм с воздухом. Поэтому мне пришлось сделать все то же самое и теперь поставить туда нагрудник. И на этот раз все сработало. Наконец-то у меня есть воздух. И наконец-таки все готово. Осталось построить всего лишь ракету. Начнем с этого конуса. Делается он довольно просто, поэтому я его сделал прям сразу. Еще я сделал стальной двигатель. И все, на этом мое железо кончилось, поэтому мне придется искать новую шахту. И уже через пару дней я нашел вот эту обалденную шахту. Конечно же, спустился туда и начал добывать много железа. Ну и пока я копаю, прошу тебя не нажать, а взорвать эту кнопку. Подписаться под этим видео. Ну и лайк можно нажать. Ну ладно, ладно, я просто напоминаю. А пока можешь послушать эти прекраснейшие звуки. Ну и наконец, после нескольких дней раскопок я лег спать и выбрался отсюда нехитрым способом. Вернулся домой, и мне пришла в голову гениальная идея, почему бы не зачаровать мой костюм. И на мое удивление, это даже сработало. Следом я сделал нефтеперерабатывающий завод и отправился за нефтью. Думаю, столько хватит. Наполняем его энергией, кладем нефть, и она моментально превращается в топливо. А еще собрал свое переплавленное железо и сразу же начал превращать его в сталь. Мне нужно очень много стали, поэтому я просто постоял в АФК. Когда все приготовилось, я сделал стальные блоки, стальные баки и стабилизаторы. Пришло время собирать ракету. Ставим конус, стальные блоки, стабилизаторы, бак и стальной двигатель. Вот она, ракета. Она очень большая в моих руках. Ну и, конечно, новой игрушкой надо лечь спать. Утро выдалось довольно печальным. Я не смог заправить никак ракету этим топливом. Поэтому мне придется снова идти за нефтью. Что я, собственно, и сделал. Собрал нефть. Вернулся домой, переработал ее в топливо и наконец-таки заправил ракету. Надеваю свой зачарованный скафандр и все готово. А оставшуюся часть дня я просто выбирал вещи, которые возьму с собой. И это последний раз, когда я ложусь спать на земле. Утро. Ставлю ракету и можно отправляться в полет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, в кино каком-то 4, 3, 2, 1, 0. Взлет. Прощай, земля. Прощай, мой домик. Прощай вообще все, что тут было. Я улетаю. И так как ракета слабая, я могу прилететь только на Солнечную систему, только на Землю и только на Луну. Это маленький шаг для человека и большой скачок для науки. Главное только не разбиться. Так, осторожно, стоп, стоп, тормозим, тормозим, все. Посадка вроде как успешная. Вау, как здесь красиво выглядит Земля и Солнце. Я решил пойти и исследовать местность. И тут я нашел какое-то странное здание инопришельцев. Внутри были инопришельцы. Нет, не иди. Нет, я осторожно прокрадываюсь. А, вроде бы они добрые. С ним еще можно торговаться. Чем-то похож на наших жителей. На втором этаже ничего интересного не было. Был только инопришельец, который не хотел даже торговаться. А на третьем этаже я нашел много бесполезных вещей. Круто.
У них тут тоже вода есть, что? Думаю, что никто не заметит. Тут нет гравитации, поэтому я спокойно могу прыгать с огромной высоты. О, интересно, а чё этот инопроселенец продает? Ай, кажется, он люлей продает. Ладно, раз ты так хочешь, то я сброшу тебя туда вниз. Пока. Он даже оттуда в меня стреляет. Я все же решил выбраться из этой пещеры, мало ли там какие еще монстры живут. Здесь я нашел еще одну постройку, спускаемся, и похоже это их деревня. В сундуках есть какие-то дэшевые слитки, наверное они мне очень сильно пригодятся, поэтому я их заберу. И еще дэшевые слитки. Больше тут ничего полезного нет. И появилась просто огромная проблема. Воздух очень быстро кончается, а просто так взять и разлить воду я здесь не могу. Без воздуха она превратится в сухой лед. Я не придумал ничего лучше, как сделать базу инопришеленцев пригодной для жизни. У меня было немного лунного песка, вот такая классная дверь, и нужно сделать распылитель воздуха, для которого понадобится сама дэшевая руда. Ставим. Как же мне повезло, что у меня было ведро с кислородом. Вау, посмотрите на эти красивые пузырьки. А самое главное, что здесь можно разлить воду и сделать бесконечный источник воды. Таким способом я наделал много кислорода, наполнил им свой костюм и сделал пару ведер. Теперь можно спокойно гулять. Вау, вы когда-нибудь видели закат на Луне? Это просто шикарно, великолепно. Я лег спать, но эти инопришеленцы меня выкинули с кровати. Оказывается, у них еще и свой железный голем. Ладно, лучше посплю на улице. Оказывается, на Луне вообще нельзя спать, ну и ладно. Я пошел ночью, попутно получая ледяные снаряды. И да, это было очень больно. Наконец-то я нашел какую-то деревню, залутал все сундучки, взял красивенькие блоки и заметил какие-то секретные технологии. Если смешать топливо с лавой, то получится лед, что? Ладно, думаю, нам это пригодится. Но обычная вода здесь моментально замерзает. Еще нашел какие-то странные блоки. Оказывается, это здесь не дерево. Конечно же, я добыл побольше. И тут я заметил какую-то очень странную постройку. Похоже на какие-то развалины. Что за... Даже достижение так называется. Ладно, слишком загадочное место. Здесь будет мой домик. Опять начались проблемы с кислородом, поэтому мне пришлось снять скафандр и быстро его заправить. Я делал это как можно быстрее. И даже... Чуть не потерял свою жизнь. Ну а теперь спокойно можно построить свой домик. И я не буду тебя просить подписаться. Сделаем красивый пол из лунных деревяшек и такой же потолок. Готово. Да уж, выглядит как-то стремновато, поэтому я сделал здесь небольшую лестницу. Вроде получше. И снова проблемы с кислородом. Потом представляю вам водяной насос от нашей компании, который сам собирает воду и не придется стоять и мучиться, собирая его. Кстати, проблема с воздухом, кажется, решена. Если только не считать, что для энергии мне нужен уголь. Хотя это можно исправить солнечными панелями. И пока что моя лунная база выглядит именно так. Но для того, чтобы построить больше зданий, мне нужно много ресурсов, и поэтому я отправился на их поиски. И спустя очень много времени я нашел еще одну такую постройку, в которой же нашел сразу 3 алмаза, много дэша. Зачем им вода в космосе? Потом я облутал еще сундуков и добыл вот эти красивенькие блоки. И вот первая часть моего 100-дневного выживания в космосе подходит к концу. Если мы наберем под этим видео 5000 лайков, то я выпущу продолжение, в котором мы полностью исследуем Луну, отправимся на Марс, Меркурий, Сатурн, Венеру и другие планеты, даже в Проксиму Центавру. Там нас будут ждать другие мобы, другие постройки, другие биомы, новые ракеты, новые возможности. В общем, набирайте 5000 лайков. Всем пока.